Это не страшный пейзаж на окраине города. Это 4-я станция Большого фонтана. Здесь посреди двора образовались настоящие мусорные свалки. Бытовые отходы отсюда не вывозили больше 5 дней. Несмотря на то, что в праздничные дни мусора намного больше, чем обычно. Ну, очень давно. Ну, наверное, с начала этого самого. Ну, годы вот так наваляли, и все. Люди говорят, похожая ситуация почти во всех районах города, особенно там, где контейнеры стоят во дворе. Из-за нерасчищенных дорог спецтранспорт подъехать к ним просто не может. Правда, мимо этой свалки автомобили ездят каждый день, но мусор все равно лежит. Здесь, вы видите, можно проехать. А почему не ездят, почему не работает, непонятно. И не только здесь. Вот они живут в другом доме на Говорова. Новый дом, там то же самое. Наверное, по всему городу так. К тому же долгое время снегом был завален подъезд к Дальницким карьерам, крупнейшей мусорной свалке Одессы. Сейчас дорогу расчистили, отходы постепенно начали вывозить. Часть города уже удалось убрать. В первую очередь почистили контейнеры возле основных автомагистралей. Мусоровозы с трудом пробираются по узким проездам к забитым бакам. Чтобы разобрать праздничные завалы, коммунальщикам понадобится как минимум еще несколько дней. Коллапс усугубляется отменой тендеров. Город ожидает новая мусорная война и передел рынка. Каждый год в январе определяются компании, которые будут заниматься вывозом мусора. До сих пор тендеры не состоялись. Валерия Наумова, Евгений Руденко, Первый городской.